Всем привет! Зур прилетел на Землю. Я приношу дары девяти, дары, которые нужны тебе, как никогда. Принес экзотическую энграмму, оружие, дробовик, буксировочная пушка, штаны для охотника, везучие штаны, броня для ног для титана миротворца и рукавицы для варлока, душа вечности. Также привез револьвер Хоукман и винтовку разведчику истории мертвеца, экзотический шифр для экзотики прошлых сезонов и оружие с прошлых сезонов. Это автомат «Гнетущий голод», револьвер «Эпитафия выжившего», револьвер «Лисичка», снайперская винтовка «Укус вдовы», снайперская Кабал винтовка. Кабал везут усиленный буровой модуль. Думаю, они намереваются захватить ресурсы. И Кел СВВ-1 В-1-0-2. Меч «Тонкая грань», винтовка разведчика «Орлиной когти». Ну, а также плюс легендарную броню с прошлых сезонов. Это праведная обмотка, праведный жилет, праведный плащ, праведная маска, праведные штаны. Эй, ты, убирайся! Всем спасибо за просмотр, всем хорошей игры и пока-пока. Будь